вас давно как лягушек варят, повышая граду на полградуса температуру. Да, конечно. Угу. Вы опозорились на весь мир перед англосаксами, перед всеми остальными, признав госпереворот в Украине. И после этого с вами будут делать что угодно, причем медленно и печально. Признав госпереворот госперевороту или признав его, так сказать, сменой власти? Признав сменой власти и признав новую майданную власть кастрюлеголовых нацистских мразей. И после этого англосаксы уже будут с вами делать что угодно в наказание за это. Татьяна Николаевна, смотрите, а скажите мне, пожалуйста, а какие были варианты? Вот смотри, подождите. Ну, вот если правда, но если ответственно рассуждать в рамках геополитики большой, серьезных стран, не признавать. А это как? А вот так сказать. Ну, типа. Вы, наглейшие твари англосаксы, вторглись в дружескую нам страну, стравили галичанских рагулей с нормальными украинцами, поддержали этих нацистских мразей, привели их к власти в результате госпереворота. Мы это не признаем, признавать не собираемся и собираемся вам противостоять. Татьяна Николаевна, смотрите, есть то, что вы говорите, на самом деле, я думаю, что находит отклик в большом количестве сердец. Но! Есть но один... вы же предали 30 миллионов украинцев, которые готовы были такое... жить с Украиной. Когда вы такое в мире говорите, и дружбе с Россией. Я с вами не дискутирую, я размышляю вслух. Вот когда вы такое произносите, то, конечно, ты обязан, сделав вот это, сказав это А, ты обязан сказать Б. А вы не понимаете, стали подождите, говорить подождите, не А, не мы Б. Не стали говорить, чтобы не делать следующего шага. Значит, друзья, внимание. Какой следующий шаг после того, что вы, как вы сказали, наглосаксонские мрази, вторглись на территорию независимой страны, совершили там нацистский переворот, привлекли к власти нацистскую мразь и так далее. Это я сейчас вас цитирую, так да? Так и есть. Значит, после всего сказанного, значит, ты обязан ввести войска и на наглую нацистскую мразь оттуда выбить силы. А зачем? А тогда зачем это говорить? Так, простите, с какой целью? Зачем, собственно, вторгаться-то? На танках, на самолетах, как вторгались? Ну, расскажи, Татьяна Николаевна, делать-то что надо было? Там, хотя бы достаточно непризнания, но признав этих животных, вы поставили себя ниже англосаксов, которые вторглись и совершили госпереворот. То есть... Вы позволили бомбить Югославию, уже было об этом сказано, и ничего не сделали с этим. Позволили бомбить своих сербских братьев. Вот. Точно так же вы позволили разорвать на куски Украину и предали 30 миллионов нормальных украинцев. То есть, и в каждом ток-шоу вы утверждаете нагло, что вся Украина – это несколько миллионов галичанских мразей и нацистских. Кто это говорит такое? Никогда мы такое не говорим. Да на каждом ток-шоу. Мы всегда не ставим знак равенства. Нет, это неправда. Миллионы. Все, что вы говорили, там, вы имеете право на это. Это ваше личное мнение. Мы там родились, мы никуда не приходили. Кирилл, вы не против, мы с Татьяной Николаевной поговорим? Хорошо, спасибо. Так вот, смотрите, то, что вы говорили, вы имеете на это право, естественно. Но последнее утверждение просто это неправда, к сожалению. Почему неправда? Потому что мы никогда в нашем шоу не ставим знака равенства. Никогда, да Татьяна Николаевна. У вас одни кофтуны, одни трюханы, одни вот такие сейчас, вот товарищи. Сейчас, значит, то есть в переводе на русский, если коротко. Татьяна Николаевна ответила на мой вопрос, что мы можем сделать, она ответила ничего. Ну, фактически вы сказали, что мы уже, так сказать, все, что могли, мы не сделали, а значит уже ничего. Пожалуйста, Николай Николаевич. Я про Хавьера Солана не буду говорить, хотя, уважаемый коллега, права. Вот понимаете, действительно, РСМД это что, подпольная организация, если она его приглашает, что ли? Она вообще-то грант от правительства России имеет. А теперь насчет вот того, что можно с людьми сделать. Да опыт надо использовать. Вы знаете, например, что мы хотели послать две подводные лодки, чтобы освободить Луиса Карвалана, которого посадила чилийская хунта вот на один из островов недалеко так. от Антарктиды. Нас удержала вообще только одна вещь, что эти подлодки не дошли бы до материнского корабля. Ну, далеко просто от нас. Понятно. Да? Но мы что сделали? Мы обменяли с помощью американцев его на нашего диссидента. Брежнев лично занимался обменяли этим делом. Обменяли хулигана понимаете? На Луиса Карвалана, вытащили. Как появилось в советской частушке. Занялись, вытащили. Теперь, что касается вот того, что Галя... А почему, собственно, вводить войска? Вот когда Франко пришел к власти в Испании, его признали все, даже те, кто до этого признавал республику. Мы этого действительно фашиста и негодяя не признавали до самой смерти. Да, были неудобства у нас. Люди не ездили в Испанию, там. Нам засчитывали технические поражения на футбольных матчах, потому что мы не выходили против этого, мы брезговали этим. Да. Но мы потом, знаете, к чему это привело? Пришла нормальная власть, справедливость торжествует. Всем ветеранам войны в Испании нашим дали испанское гражданство.
государственная награда этой страны, и памятник стоит. Понимаете, все равно торжествует это все. Поэтому я абсолютно согласен, признавать не надо. Это сейчас, кстати, не поздно разорвать с ними дипотношения. Заметьте, они все время ведь этим грозят. И им, честно говоря, плевать вообще на то, что мы здесь думаем. Разорвать, вести экономическую блокаду. Не надо никаких танков. Я вас удивляю. Я уверяю, действительно, 30 миллионов человек там ждут сигнала. Разве не России этого от нас ждут, Николай Николаевич, полного какого-нибудь разрыва? Какого-нибудь сигнала, любого. А разве не этого от нас ждут? Ну и да, 30 миллионов разве человек не этого от нас ждут? Ждут. Не а на что? Украине, а за ее пределами. А так, что, давайте а вот что ждут? Ненадолго, сейчас, ненадолго на рекламу.